несколько миллионов лет назад. На нашу землю, зеленую и цветущую, с севера надвигался ледник. Огромная стена из камня и льда медленно сползала с гор. Звери и птицы, все, кто жил тогда на земле, бежали на юг, в теплые края. Двинулось в дорогу и стадо мамонтов. Большие и добрые, они уходили последними, как и подобает самым сильным.
Ученые при раскопках обнаружили замерзшего мамонтенка. 6